Ребят, всем большой привет! Добро пожаловать в хижину музыканта, где вы всегда найдете приют и помощь в мире музыки, где я всегда рад вас видеть. С вами Раиль Арсланов. И сегодня по вашим многочисленным заявкам разбираем песню новую от группы «Руки вверх». Песня называется «Когда мы были молодыми». Ностальгическая песня, выучить ее стоит. Сейчас слушаем мой кавер на эту песню и сразу приступаем к разбору. Поехали! Когда мы были молодыми, друг друга так ценили, так любили. Ты младше на год, а мне 16, и каждый день в тебя готов я был влюбляться. А помнишь, что дом мы с тобою вдвоем, и я тебе включаю самый первый мой альбом. За окном идет дождь, мы с тобою не спим, и ты мне говоришь, что я твой номер один. Один, 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 один. Уже стемнело, ты в летнем платье, а я хочу скорее попасть в твои объятия. И пусть годы летят, их уже не вернешь, и пусть уже других кумиров любит молодежь. За окном идет дождь, мы с тобою не спим, и ты мне снова шепчешь, ты мой номер один. Один, 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 один. Ребята, аккорды и текст песни «Когда мы были молодыми» найдете на моем сайте. Ссылка будет в описании под видео. Но если вы сейчас сидите через телефон и не можете открыть сайт или не хотите, проще всего вам будет скачать программу Guitar Glee, который поддерживается на айфоне. Что мне нравится в этой программе, это то, что не нужно пальцем крутить, есть автоскроллинг, каждый день меняется фон, то есть приятно видеть горы, солнце во время исполнения какой-либо песни. Ежедневная мотивация для гитаристов, а также аппликатура аккордов, всех тех, которые вам нужны. Все это вы найдете в этой программе. В описании найдете ссылку на это приложение. А мы начинаем. Тональность песни фа минор. Первый лад. То есть тот же аккорд F, только M еще добавляем, чтобы он минор был, и убираем фа. Был фа, теперь фа минор. Вот это тональность песни, фа минор. Смотрим порядок куплетных аккордов. Аккорд фа минор. Аккорд соль диез мажор, G решетка. Следующий аккорд до диез мажор, С решетка, средняя посадка. Если не хотите париться, возьмите его вот здесь на девятом ладу верхней посадкой. Следующий аккорд ре диез мажор, то есть через лад после до диез мажор. Опять-таки, если не хотите париться, берем его на 11-м ладу. Вот эти аккорды нужны в куплете. Продолжение куплета или бридж, по сути, играется на таких аккордах. G решетка, то есть до диез мажор, ля диез минор, F, M, соль диез мажор. С порядком разобрались в куплете, теперь посмотрим переборчик. Все начинается таким вот перебором. И вот эти четыре аккорда проезжаемся. Аккорд FM. На FM спускаемся до третьей струны. 6, 5, 4, 3, 4, 5, 6.
и зажимаем шестую на третьем ладу, то есть шестую два раза дергаем, получается 6, 5, 4, 3, 4, 5, 6, 6, на третьем ладу соль, да, передвигаемся на аккорд соль, диез, мажор, тоже играем шестая, пятая, четвертая, третья, четвертая, пятая, четвертая, еще раз соединяем. Пятую еще в конце дергаем, обязательно. Дальше что у нас? Аккорд до диез мажор. Дергаем пятую, четвертую, третью, вторую, третью, четвертую, пятую. То есть на второй струне нужно остановку сделать. То есть когда дернули пятую струну, скользим на шестой аккорд таким же шаблоном. То есть аккорд ре диез мажор уже становится. Доигрываем, дергаем, то есть четвертую, третью, вторую, третью, четвертую, третью, четвертую. По стандарту уж. Вот и все. Перебор простой, по сути, и не надо париться, там дергать что-то. Все автоматически легко идет. Главное соблюсти вот остановку здесь на аккорде до диез. А здесь, начиная с FM, вот этот ход в басу. Еще раз повторим целиком. Да, если у вас струны высоко над грифом, то будет тяжеловато этот переборчик играть. Можете любой перебор играть. Главное соблюдать ритм и порядок этих всех аккордов. Что дальше идет после того, как мы прошли вот этот кусок с перебором? Дальше возвращаемся после аккорда ре диез снова на до диез аккорд. Такую вот переигровку играем на аккорде С диез, играем спуск вниз и вверх, без остановки на второй струне, то есть 5, 4, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 6, мизинцем играем 8 лад и 6, то есть 5, 4, 3, 2, 3, 4, 5, 8, 6, и тут уже начинаем на аккорде ля диез минор. На аккорде ля диез минор спуск, да? 6, 5, 4, 3, 4, 5. Соль диез дергаем. И аккорд FM начинается. То есть еще раз. Тут такой же перебор, как в начале. Аккорд FM и G решетка. Еще раз повторим. С аккорда C решетка. То есть здесь у нас бридж начинается. Дальше что? Аккорд С решетка. Пошел второй бридж. Предприпевная часть. Тут можете, по сути, играть что угодно, но я играю вот такой вот перебор. Довольно непростой. Что нужно дергать? 5, 3, 2, 4, 1, 2, 3, 2. 5, 3, 2, 4, 1, 2, 3, 2. Аккорд ре диез мажор. 5, 3, 2, 4, 1, 2, 3, 2. Аккорд фа диез минор. 5, 3, 2, 4, 1, 2, 3, 2. 5, 3, 2, 4, 1, 2, 3, 2. И второй раз. В конце делаем проводку, то есть не доигрываем. Подождали, и два удара блокированным струнам. И пошел припев. Сейчас попробуем спеть. Ничего сложного нет. В игре только есть сложность, а так ничего сложного. В голосе играем фа, до, ля диез, соль диез, ля диез. Когда мы были молодыми.
Друг друга так ценили, так любили. На тех же струнах вот. Пробуем спеть. Когда мы были молодыми, друг друга так ценили, так любили. Ты младше на год, а мне 16, и каждый день в тебя готов я был влюбляться. Что дальше? На дудес возвращаемся. А помни, что дом мы с тобой вдвоем, и я тебе включаю самый первый мой альбом. За окном идет дождь, мы с тобою не спим, и ты мне говоришь, что я твой номер один. Дальше пошла предприпевная часть. Что хочу сказать, будет сложно в начале, но для супер эффекта давайте сначала выучим вот эту мелодию. Чисто недельку поиграем, ее погоняем, до автомата доведем. А потом уже медленно попробуем соединить вокал. Пока что пойте под оригинал. По сути, здесь по вокалу не сложно, просто сложно соединить и где вступать понять. Сначала начинаем играть. Когда мы были. Потом начинаем петь. Везде, по сути. И здесь тоже, по сути, на C-решетка. А помни, что дом мы с тобой вдвоем, и я тебе включаю самый первый мой альбом. За окном идет дождь, мы с тобою не спим, и ты мне говоришь, что я твой номер один. Один, 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 один. Пауза. Два удара и пошел припев. Везде вступаем позже. Это называется легкий вход. То есть не в лоб, ровно как начали играть. И не за так-то, а именно когда уже проиграли чуть-чуть. Самый красивый способ вхождения вокала, так скажем. Ладно, ладно, уговорили. Давайте еще раз куплет, чтобы понять, когда вступать в вокал. Когда мы были молодыми, друг друга так ценили, так любили. Ты младше на год, а мне 16, и каждый день в тебя готов я был влюбляться. Дальше. А помни, что дом мы с тобой вдвоем, и я тебе включаю самый первый мой альбом. За окном идет дождь, мы с тобою не спим, и ты мне говоришь, что я твой номер один. Один, 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 один. Считайте, если сыграете этот перебор, что вы сыграли какое-то сложное произведение, сложный риф роковский, потому что действительно на барышке играть вот эти все переборы довольно сложно, особенно с переходами. Но вы не забывайте поднимать ваши пальцы, чтобы они отдохнули во время перелета. То есть вот здесь подпрыгнули и сверху взяли ля диез минор. Здесь подпрыгнули, коротко соль диез, отдохнули и сыграли. Окей, окей, два удара по блокированным струнам и пошел припев. Приступаем к нему. То есть бой какой? Опять-таки клубный. Медленно его посмотрим. Аккорд C решетка, D решетка и FM. То есть до диез, ре диез и фа минор. Играем бой. Удары. Вниз, вверх, хлопок, вниз, вверх, вверх, хлопок, вверх, вниз, вверх. Медленно. FM дальше. Вниз.
вверх хлопок, вниз, вверх, вверх хлопок, вверх, вниз, вверх. Можете большим, можете указательным подушечкой. И пробуем быстрее. Спрашиваете, как этот бой быстро играть, частенько спрашиваете. Просто не нужно зацикливаться на нем, то есть он должен легко получаться. Здесь два главных удара, вниз, вниз. Остальное вообще так легко должно перекатываться по струнам. То есть... Как легко, видите? По сути, не должны вы париться над этим вопросом. Вот вам, кстати, хорошее упражнение. Ничего петь не нужно, слов учить не надо. Здесь лалакайте просто нафиг. И пробуйте играть этот бой. Очень хорошее упражнение. Ну что ж, второй куплет пошел. Проигрыш. Что-нибудь сыграйте на тех же аккордах. Ну а мы возвращаемся опять на куплетные аккорды. На FM. Здесь я уже играю ритм. Три раза дергаю каждый аккорд коротко. То есть бас и четвертую, третью, вторую струну. Расслабляя пальцы, вот. Соль, диез, мажор. До диез, мажор. Ре, диез, мажор. Еще раз. И поем. Когда мы были... И... Если это у вас получилось, нужно вставить еще один удар. То есть... Поняли, да? Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Поем. По сути, можно и без четвертого удара. Когда мы были молодыми, наивными такими были и простыми. Уже стемнело, ты в летнем платье, а я хочу скорее попасть в твои объятия. Вот без четвертого удара. Дальше уже начинаем бой. Чувствуете, да, как качает? Не нужен никакой там диджейский пульт, когда у нас под рукой гитара и все перкуссионные средства на барабане. Как выглядит рисунок? На аккорде С, то есть пам, пш, пам, пам, пш, пам. Два удара. После каждого второго удар получается. Аккорд ля диез минор. Расслабляем в левой руке, не забывайте. У вас хуп-оп. Хоп-оп должно быть резко, то есть... То есть не надо ровно. Регги получится. Пробуем петь. И пусть годы лень... Поняли, где вступать. И на хлопок. И пусть годы летят, их уже не вернешь. И пусть уже других кумиров любит молодежь. За окном идет дождь, мы с тобою не спим. И ты мне снова шепчешь, ты мой номер один. Один, 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 один. Здесь за вторым разом, то есть когда второй бридж в песне начинается, играем сразу второй перебор из концовки первого куплета. А потом играем еще раз. Начинаем. Удары вниз делать.
и уже в конце не по блокированным, а по звучащим. Раз, два, расслабляем левую руку. Ребята, к сожалению, разбор уже подходит к концу. Благодарю, что вместе со мной прошли этот путь. Благодарю, что смотрите мои ролики. Мы уже приближаемся к цели 100 тысяч подписчиков. Если вы новенький, друзья, подписывайтесь на Хижину Музыканта. Только на этом канале самые добрые, уютные, классные, теплые разборы и каверы на различные песни. В описании под видео также найдете мой курс игры на гитаре. Кто еще полный ноль на гитаре, можете пройти этот курс без проблем и присоединиться к нам в хижину и начать бомбить различные песни на гитаре. Друзья, ставьте лайк, набираем 3000 лайков и получите еще один разбор на песню группы «Руки вверх». Подпишись на канал и поставь лайк. Подпишись на канал и поставь лайк. Подпишись на канал и поставь лайк. Респектуйте весь мир вместе, это лайк.